Хочу вам прочитать, рассказать про признаки результативного зомбирования, потому что я, Никита Васильев, на 22 августа 2019 года являюсь уже зомби в третьей стадии. Хочу рассказать, какие стадии есть и что такое полная зомбированность. Это то состояние, в котором я сейчас нахожусь. Зомбированный практически не в состоянии задуматься над вопросом, кто он такой, поскольку эта способность у него заблокирована электроникой. Зомбированный не в состоянии ответить на вопрос, почему он ведет себя так, а не иначе, поскольку из его памяти удалена информация о его личности, и он подчиняется установленному электроникой типу поведения. Зомбированный не в состоянии ответить на вопрос, почему он начинает действовать. Зомбированный лишен способности дифференцировать людей по интеллектуальным признакам. Зомбированный может пребывать в установленной электронике в состоянии подавленной интеллектуальной деятельности мозга. Зомбированный лишен способности концентрировать внимание на разговоре, лишен способности беседовать. Зомбированный воспринимает мысли формы на электронике за свои, не задумываясь, произносит слова, диктуемые электроникой, а также слова, диктуемые ему оператором, и при этом этого не помнит. Эмоциональный фон зомбированного устанавливает и изменяет электроника. У зомбированного заблокирована сдерживающая способность при совершении им насилия. Зомбированный лишен способности испытывать страх во время совершения им убийства. Все признаки, которые я перечислил выше, подходят под то, что я испытываю в данный момент. Поэтому прошу всех активистов, всех людей небезразличных, тех, кто знакомы с моими видео, с моей историей, прошу знать, что я являюсь зомби в третьей степени и в дальнейшем не отвечаю за свои действия, за свои поступки. Потому что психотронное оружие полностью поглотило мой разум, мои мысли, мои чувства, мои эмоции, полностью мной управляет. Это последнее видео, которое я выкладываю на своем канале, для того, чтобы люди, которые знали мои подписчики, и люди, которые знакомы с моей историей, могли установить, что со мной произошло, если в дальнейшем вот этим телом Никитой Васильевым будут совершены какие-либо противоправные действия. Благодарю вас за внимание.